Девочки, возвращаясь к вчерашнему вопросу про Бешенбаева, кто-то, ну, кстати, малый процент, но тем не менее меня неправильно поняли. Я написала, что дали 24 года, справедливо или нет? Или очень многие мне стали писать, что нет, надо было дать пожизненно. Я написала, что дали 24 года. Он почти до 70 лет будет сидеть, потому что, ну, в любом случае, да, ему будет 68 лет. И этого срока достаточно, на мой взгляд, да, и то же самое сказал и брат Салтанат вчера, когда брали интервью, он сказал моими же словами, что все, в любом случае у человека жизнь будет сломана. И я вам это и написала, поэтому тут как бы пожизненно понятно, что очень многие хотели пожизненно, но тут, знаете, 24 года, это и в любом случае как бы девочку не вернуть, вот что самое ужасное. А я вот недавно общалась с очень грамотным и интересным психологом, и она мне сказала такую вещь, от чего у меня просто на голове волосы зашевелились. Вот поверьте, она сказала, поверьте, если, говорит, ему дали бы лет 5-6, то на выходе его ждала бы толпа женщин, которая хотела бы быть с ним. Я говорю, да не может быть такого, нет. Он говорит, да. С полной уверенностью, говорит, поверьте, говорит, женщин-спасательниц огромное количество, которые бы сказали, ну вот с ней так случилось, а со мной бы так не случилось, я бы его вылечила, я бы его исправила, и со мной он бы был идеальным мужем. И огромное количество женщин, поверьте, говорит, прям влюбились, прям вот смотрят и думают, блин, какой классный мужик, мне бы такого. И я, конечно, была от этого в ахере. Сколько же больных людей на этом свете? Больных имеется в виду, но не пролеченных, понимаете, какие проблемы с психикой, что действительно. Я же читала комментарии на очень многих пабликах, потому что я прям активно изучала эту тему, мне было это очень интересно, и я следила за всем процессом, как и, ну, как и наши страны. И я могу сказать, что такое количество женщин заступались и писали, сама виновата и так далее. Я просто думала, боже мой, ну вы, у вас же есть тоже дети. Среди ваших детей, конечно же, у вас есть дочери. Вы как вообще так мыслить можете? Сестры, неважно, сестры. Как это? Как можно так думать? И, в принципе, хоть как-то оправдывать такого человека? Ну, получается, что насмотревший суд, этот нарцисс обаял, и многие женщины подумали, что, ну, они с такой психологией